Пустой. Все? Это все? Такие крутые сундуки. Одна единица масла. Глины. На тебе глиномес. На тебе, держи глины, да? Возьми. Ну что, предлагаю вернуться домой. До конца дойдет. Хотя, может, там что-нибудь есть? Да, давай прочекаем этого рыцаря. Может, действительно? Да, и эпическая музыка такая играет просто. У тебя играет музыка? Нет. Ты ее отключил? Ага. Прыгать мы не будем, конечно. Прыжок веры сейчас сделаем вниз потом. Что же там такое? Мне кажется, там вот этот горн есть. Горн? Да. А, типа это, короля, посвящение в короли? Пока бежим, покушаем. Так, а что надо, чтобы в короли-то? Надо повенчаться как-то в короли. Посвятить себя. Смотри. Так, сейчас. Закрыто. Все закрыто. Закрыто? Угу. Ух ты, что это тут? Это не игровые сундуки? Точнее, не... Ух ты. Это не игроки поставили. А если мы их сломаем? Навряд ли. Попробуем? Сейчас я внутрь зашел. Дэмэдж идет. Ну, он так же, как и по двери тогда был. Я почти 1500 на месте, ничего. Угу. Из грязи в князи. Да если бы они открылись еще. Так, а что там у нас дальше? Ничего себе. Вот это да. Вот это алтарь. Серега. Серега, ты где? Я тут пытаюсь меч вытащить крутой. Вытащить меч? Экскалибур? Да. А у меня здесь... За алтарем. Realm Action. Что это такое? Вот это да! Ребята! Посвящение в короли? Вот это да! Ну давай, сейчас у меня идет полоска. Погоди, Серега, это еще не все. Что-то будет сейчас. У меня идет полосочка, она заполняется. Потихонечку. Сейчас, наверное, горн будет. Ну-ка, давай. И ты, наверное, тот меч сможешь взять. Я стану... Это... Помните, как это? Мадагаскаре, да, этот? Слава мне любимому. Как его звали-то, этот сурикат? Кто там? Да-да, реально, кто успел, тот и король, короче. Прикинь, народу много, все лазят сюда. Он сидит, другой его лупит мечом, короче, там. Типа, слезь. А красиво. Красиво. Король-то у вас поддельный, да? Голый. Король-то не настоящий. Значит, сзади там, говоришь, меч какой-то есть. Может, я смогу взять, как-то посвящусь? Ну, давай, попробуй. Просто пойдем вырубать всех, косить. Ну, давай, чуть-чуть осталось. Ты с топором сверху, да? Только я это, король, на, минус голова с плеч просто свергли. Там, значит, статуи. Можно снять корону и меч. Вау! Name Realm. Я могу изменить имя Realm? Что? King, right, rename my... If you wish not to change. Можно что-то, короче, сменить название. Ну, поздравляйте меня, ребята. Так.
Конечно же, волкофрения. Какие другие могут быть названия, да? Так. Ну все, поехали. А, так. Такса 0% до 20 можно поставить. Enter 20. Давай 20% таксу, конечно. Я поставил, короче, это. Название королевства ввел в Лукофрении, да? И попробуем сейчас. Вот, вот здесь смотри. Забрать. Я вот не могу. Сколько может быть у король забрать? Опа! Место есть, забери. Места нет. Сейчас. Вот оно что. Блин. Ты его утащишь, как какой-то маленький. Я корону получил. Смотри, у меня корона теперь на мне есть. Зачем мне эта деревянная маска? Не видишь? Смотри. Не? Не, нету. Так, у меня она отображается, хорошо. А меч? А, корону снял. А теперь меч надо вытащить. О, сворд. О, забрал. Так, забрал меч, окей. Что это у нас за меч? Сейчас меч и корону одеть надо. А меч на шестерочку. Хух-хух. Ну что, друзья мои. Друзья, вот это вот что в мешок лежит? А, это повик? Это я выкину. Ну все, ребят, он тяжелый пипец. А, пойдем эти ящики проверим. Может, ты их открывать можешь? Давай, почему нет? Вот это круто. Ну все, это наш сервер. Это наш сервер. Все, ребят, такса 20%. Выше не пойдем? Давай пойдем посмотрим, все-таки интересно. Смотри, аккуратно, не свалить. Вот это мечишка у меня из глаз вид сделал. Крутой. Крутой. Мифриловый меч, мать его. Смотрите, как красиво, ребята. А вы мне говорите, тут рассказываете какие-то сказки там про раст, все дела. GG, ребят, GG. Посвящение в короле прошло. Тут ничего, да? В принципе. Я такой маленький бегать с таким мечом. Да-да-да. Он еще это... Опа. Так, ты вниз пошел, а дальше? Ну там нет ничего, да? Я тоже думаю, там ничего не будет. Пойдем эти ящики проверим. Так. Внизу, внизу! Не выходи, не выходи, там кто-то пришел. Медведь или волк. А хотя... Надо главное не умереть. Ты где? Я вот по туннелю иду. Так, я спустился пониже. Я на троне. А-а-а! А смотри, я где стою. Внизу, короче, медведь бурый и кости. Ему кидают, типа, жертвоприношения, там, тела. Надо заделать вход в замок, короче. Закупориться, сидеть. Есть какие-нибудь копья, может, популять в него? Хотя, его можно освободить? Нет, по-моему, нету дверей. Круто, вот это мечишка. Так, я пошел. Где тут эти? Дорожка-то. Не здесь. Надо найти, Серег, тропинку. Правее прям уходи. Правее? Да. Вышел из замка и направо. Ага, сейчас. Ага, где тропинка, да? Иду, иду. Ладно, с медведем шутки плохи. Не будем с ним играться. Так, ну что, я могу теперь? Могу открыть, Серега! 1К дерева! Етить калашматить меня! 1К дерева, один ящик, второй ящик. 65 клей, это у нас, это глина. Ну так, реса, да? 187 руды, железо. Так. 1 единица масла, спасибо. Очень, очень по-доброму так, от души. Пустой. Пустой. Все? Это все? Такие крутые сундуки. 1 единица масла. Глины. На тебе глиномес. На тебе, держи глины, да? Возьми. Мы больше с тобой сейчас накрафтили за этот там 10 минут. Ну, да. Жесть. Пойдем? Это все королю, да? Такие все добрые. Не жадные вообще ни капли. Зато мечишка и корона, это вообще, конечно, смех, да и только.